Ой-ой-ой, вот это флик хороший был. Вот сейчас, даже если у вас вот такие лапки. Ой, он убил кого-то. Может, подумает, что меня? Найс. Кого он там убил? Опачки, бля. Секундочку. Давай, друг. Давай, замри на секундочку. Найс. Юсек или Бировец в зеленых шмотках. Мне нужно его со 100 метров убить, точнее с 80. Ни хрена себе. Вот. Ты кто такой? Блять. Все, все, не пыхти. Двое. О, нет. Что он долго умирал прям. Что там, все, стоять теперь будем. Ну, смотри, я лутаю. Чел только с глоком? Мне кажется, он где-то выкинул снайперку. Да, СВшка, видите?
Глок я возьму. Глок сгодится. Что-то еще пустое у него. Так, где СВ-шка? Он тут куда-то запрыгивал. Ага, вон она лежит. Вот она где лежит. А что за прицел там у тебя? Прицел Валдай, кстати. Это хорошо. Это нам надо такое. Мы такое любим. Жалко, у меня Мосинка моя не застрахована, конечно. Это вот да. И так она, да, не вылезет сюда. Она не влазит. Ну, попробуем. Кстати, там еще одна СВ-шка. Чуть не... А, нет, вот он. Мне показалось, он вниз уехал. Да, не полезет. Падает. Не знаю, что там нам везут. Сделаем вот так. Что там везут? Бесы какие-то оружейные. Эх. Там особо-то ничего не бывает. Толком. Ух ты, ёптать, полный. М-да. Блин, нормальная же тут механика была раньше. Типа запускаешь дроп в надежде, что прилетит, например, там с едой, да? Которая тебе нужна по квесту. Или там со шприцами, которые тебе по квесту могут быть. Может быть, там летекс даже тебе попался бы. Зачем они эту механику убрали и сделали все без галочек теперь? Странная, блин, БСГ. Очень странно. Я
Не понимаю их вот подобные решения никогда. Чем они руководствуются, хрен его знает, чё-то. Ай. Колу попал, сука, через контейнер. Это что за геймер? Ну, дружочек, будем разыгрывать с тобой как-то эту ситуацию. Или ты просто будешь сидеть внутри? Не видно ни хрена. Испугался, походу. Ой-ой-ой, вот это флик хороший был. Вот чат. Даже в этой игре можно фликать. Даже если у вас вот такие лапки, вы все равно можете фликать. Так. Если вы, конечно, умеете. Видимо, они пошли... Да. Юсеком. Хотя, подожди, нет, он сюда бежит. Давайте не будем торопиться тогда. Дадим ему немного подойти. То я спешу. Надо учиться играть как крыса. И будет все норм. Да? Даже кот такой. А! Все правильно, потому что... это не он, кстати, стреляет. Кто-то там еще есть, кроме него. Двое. Есть.
Какую-то ачивку дали. Дратути, дратути. Кто-то там на выход собрался, чат кажется. Давайте не будем его заставлять ждать, пока машина соберется ехать. Это он вообще? Как будто это не тот, кто стрелял. Что у тебя за оружие? Хотя Мосинка есть. У меня загустина нету. Загустин-то не продается еще ж ни хрена. Бот идет. Не по мне. Вот этот дробовик по нему стреляет. Ого, там еще дробовик. Идти тут народу. Сука, ёбнули нашего. Еще бот пошел к нему. Эй, земляк, мы стрелять не как... По-моему, убил. Вот здесь кто-то еще пробежал. И на длине глушенный дробовик должен быть. Там по бейсболу 130. А я без ЦМС-ки пошел? Как так? Ты здорово придумал. Там кто-то был с ПНВшкой. Ёптыч. Серьезные ребята, валя.
смысле, у меня на секундочку кончилась энергия, и я сдох, потому что у меня была черная голова, да? Ну да. Знаешь?